второй тайм так же, как и первый, начинается так. Витебский. Петров пошел вперед, очень достаточно смешно. И получил мяч Новоколова, который входит в штрафную. Мяч в ворота команды «Динамо» Санкт-Петербург забил Иван Маркелов, номер 4. Команда «Динамо» Санкт-Петербург забил Арсен Оганесян, номер 28. Уважаемые любители футбола, матч окончен. Со счетом 3-0 победу одержала команда «Сокол». Мы благодарим вас за внимание и желаем всего доброго. До новых встреч!